А, гружу сейчас. Класс. Я крыс. О, господи. Да ну вас нафиг. Чё ты ноешь? Иди ведьмаком танчи. Сейчас будешь ощущать, каково это. Со всеми смотреть и щиты кидать. Да, а то это самое, да. Критикуешь, критикуешь. Давай, давай. Там кнопок немного, всего лишь три. Просите щиты сами. Вот, и я им говорю. Вообще не я им говорю, Саша. Не забывайте по карте смотреть. Это ж не рандом. У тебя печеньки нет, да лучше баночку взять, наверное, исключил. Ребят, фулка на фулку, чё? Угу. У меня это состав самое у нас будет. Лучше, но я на ведьмаке не умею. Саша не умеет на крысе. Да. Народ, я сейчас вам расскажу, как правильно начинать фармить. Не надо. Не-не-не. Я расскажу Чупе и Саше. Ты можешь не слушать. У тебя, ну... Ну, тебе хилка плюс пусть потанчит это. Серый пак. Так, чё, в общем, бутылочки не надо. Слышите, Чупа и крыс. Видите вот этот пак? Угу. Крыс ну. Его бьет вместе с Крио. Птичку не забирает. По фокусу бейте. По фокусу. Флаги поднимите, а потом... Вперёд! А сверху хилка танчит серый пак Ами. Проверяли, успевает Крио забить, так, если правильно по фокусу бьете. То есть он мне отдает эту самую. Да, даже птичку. Всех троих отдает. Только, пожалуйста, по фокусу бейте. Слишком рано, не переключайтесь. Ну, иначе не успеете. Первым фокусом птичку. Я проверял, успеваете. Конечно. Так что вот это все, что могу сказать. Птичку зеленого серого. Подниму на реке флаг. Да, успеешь. Так, Илья, как опытный ведьмак с неплохим рейтом, расскажи мне, пожалуйста, как стоять с кисточкой. Плохо стоит. Редко, конечно, я уже 1000 лет вообще ее не встречал. Так, сейчас 3 секунды. Какая она хоть силовая? Она силовая, хоть разумная. Да ультуй, короче, когда она ультанет, ультуй меня. Танкуй, танкуй. Нет, понятно, на лайне-то как? Вряд ли она в меня будет ультить на лайне. Да, на лайне нормально должен стоять. Там зеленого. Чупа, если вдруг совсем не успеваешь на крипов, тэпайся. Но должен успеть. Проверял. Лично, крысом, с Крио. В голосе. Все, уходи. Да, успею. Он даже маринует. А, он даже не маринует. От одного пропустил. А что, мне дальше хватает птичек и молиться? Кроткий как крыса. Это про тебя. Чё-то вордов, блядь, нету еще. Я даже не посмотрел с вашими этими... Чё, на голду на нашу или на тот глиф поставить? Ай-яй. Безусловно. Ну чё, я отобрал у краски флаг. Нормально стоит. Пока что, по крайней мере. А птички типа что, не дамажат, только хилят, что ли? Какие птички? Ну, птички. Дамажат. Они дамажат, если некого хилить. А-а-а. Им есть кого хилить. Ну, тогда не дамажат. Блин, мне нравится ведьмак. Да ты шо? Так классно отжал. Не расслабляйся. Кстати, можно на ганг. Стримуло. Безусловно. А кого у ганку? Можно через змей попробовать гопнуть. Я про ганка и. Я могу. Гадость. Кисточки? Да. Ну ладно, так, давай я за стримлом иду. Можно мне щелку? Ты, я его тяпнул. Молодец. На ранних стадиях, тяпнул. Конечно, ведьмак всех почти гнобит. Ну посмотрим, если добежать до кисточки, он начинает ноги проигрывать. Можно мне щелку? Змей СС. А ты на чем, Чупа? Я на Крио. Ну вообще ведьмаку тоже. Как скажешь. Мемори СС. Я тут. А, змей под башней сидит. Можно, кстати, ганг кинуть его. Блин, мемори гнобит. А, убивает. Я не убил. Безусловно. Мой рубах.
Так, ведьмак готов. Я тут. Что-то как-то зума лагает. Ведьмак старается немного. Короче, я стараюсь, я ласт хичу. Я вот пошел видишь? На это самое на реген. Что я не вижу вообще. Или засвети ее хоть немного. Может на регенку ушла. Спешу. Вот, ушла на хил. Вернулась. Все, уходи. О, как против мужа стоит вообще на этой стороне. Спасибо. Гениально. Вчера змея СС. Сейчас можно. Пришел. Тут. Как скажешь. Краткий как крыса. Это про тебя. В атаку! А что на пятом лучше выучить? Крыс разгонится? Золотой мастер. Да, со второй сразу крыс. Пустить, посмотреть, где чё как. Золотой пустить, мастер. И продамажить, прайм забрать. Что такое? Так, краска начинает наглеть. У меня можно начинает наглеть. Нага на нашей голде. Нижний. Да я боюсь. Ну, народ, идите. Ну, блин, что это за командная игра? Гениально. Ладно, отжала мне кисточка. У меня ульта есть. Такая. Может быть, можно забрать. Ну, в смысле, нет? Ну, я понял, да-да-да. Как скажешь. Начал плачу. Золотой мастер. Спешу. Золотой мастер. У меня тут кисточка наглеет. Я вижу. Иду. Пускай понаглеет, сейчас на него. Надо на мой же зайти. Ну что там? Просто если мы на мур не зайдем, то она мне загнобит, честно. Она в любом случае тебя загнобит, так что под башенкой как-нибудь. Может мне не дают в это самого. Блин, ну и заберем, если мы не будем. Хорошо. Так. О, кисточка, да, давай, давай, она уже тут, ну. Вперед, мои серые друзья! Золотой мастер! Вот! Все, уходим, уходим. Флаг, сбей мне. Так, ну вчера змея надо забрать уже давно. Он без вот, хп и без маны. Давно зайдите, да. Ребят. Так, внизу мощь кто-то заберет или. Ты забираешь. Ладно. Нашу голду заберите уже поскорее. Ну вот не ко мне. Ребята. На чара зайдете. И на мой рук. Вот я шел. Шел. Там, а, блин, на мой ультанул, я ее тоже ультанул в ответ. Так, вчера змея. Голду заберите, блин. Крил, пошли, может. После пака голду я тебе протанчу. Ты где начинаешь танчить? Ну ладно. Просто что там не поубивал ничего лишнего. А флейты не это самое не учится. Золотой мастер. Безусловно. Золотой мастер. А в первый апфлейт не учится вообще. Ну я смотрю, что это в самом конце. Ладно. Вообще его не учи никогда. Хорошо. Что ты его не уберешь тогда? Нечего поставить. Когда будет хоть сколько-нибудь полезный талант. Блин, ну тебе маны вообще не хватает. А что, у тебя сапог-то нет на ней? А, у тебя эти сапоги. Ко мне нага пришла. Надо ТП? Нет, конечно. Ведьмак должен уходить от всех. В чем проблема? Безусловно.
Обнова наверху. Забираю типа тоже. Да, и сразу крыс пускай. Крыс у меня сейчас на КД. Слушай, я их продамажил больше, чем они меня. Офигеть, ганкеры. Золотой мастер. А у тебя посколков нет уже, да? Тебе нужно посколков вернуть. Нафига? Потому что у тебя реген очень мало, и я осколки реген. Давай, давай! Иду, 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 иду. Все самому делать, блин. Бедняжка. Нету у меня этой самой мой. Конечно, бедняжка, блин, потому что под башню просел в говно. Спешу. Кому на краску скинуть, кто не забыл? На краску надо зайти. У меня птиц нет. О, крил. Ты, Андрюх, сейчас забываешь их кидать. И поэтому не делаю. На краску надо зайти. Ты видишь, я иду, иду, иду. И уже вторую иду. Хилку кидают гадости этакой. Я уже тоже вторую хитку кидаю, ты чё? У них же эти дублируются. Ну да, у них же краска. А, ну да. Золотой мастер. Ща я глик чекну. Безусловно. О, обнова. Слушай, ко мне прийти надо в любом случае. Да я уже захожу, не видишь что ли? А. Я глиф взял. Эй, чё-то не понял, куда у меня реген пропал, блин. А, это не моя же хилка-то. Думаю, чё за реген? Ты её можешь засветить как-нибудь или что-то от того. Да я и перейду на самом деле. Ты сейчас буду на ней играть, если будем на майорах играть. Я просто не опаю, потому что мы на майорах не играли. А соло я не люблю хилки. Ну во вторую строчку можно было посерьезнее реген поставить. Я говорю, не было у меня что-то такого реген. Море здесь, кто море потерял? Она, это самое, только что тут была. Она уже вот под вышкой внизу. Ну только что я ее накидывал. Ты, ну помню, блин, значит. Плохо накидывал. Крыс, спасибо, очень вовремя пустил. В смысле? Крыс очень вовремя пустил. Без сарказма. А, ну. Я забрал эту чару. Хорошо тогда. Благодаря крыске твоей. Крыс, выучи ульту, потом фантом, пожалуйста. Вот, только что выучил. Потому что нам если бы был фантом, то все было бы офигенно. Только-только выучил. Наша голда только что резнула. Заходите быстро. Верно. Кроткий как крыс. Это про тебя. У меня тут нага. В атаку! Давайте зайдем на кого-нибудь, что ли. И гора. Ой, у тебя там с краской. Это надо? Просто. Видимо, кисточка жалуется, что не может. Нет, как конечно. Скажешь? Что, качаться не дают? Да ну нафиг. Как они мне не дадут качаться? Нет, она жалуется им, что ей качаться не дают. А, ну да. Ура! А сейчас можно и ко мне. ТП? Да. Да, прыгаю. Лечу, лечу. Давай, давай, нагу. Контроль. Пытаюсь. Крыс пустил. Это может быть очень выгодно. Ага. Отлично. Ну, чё, ну сдохнул что ли? Чё, молодец. Где этих остальных? Краску давайте. Контролить кого-нибудь. Я кинул ту. Беги, крыс. Контролим. Ну хоть кого-нибудь но... тащи. Ну гору, конечно. А про меч? Ах, гребаный, ты мой. Ай, успел. Вперед! Крысиный воинство непобедимо!
Да жесть. Блять, еще и мой разживает, да что такое? Да птицы кидайте, ее по мать надел хуевую тучу птиц на ихник, сражаемся. У меня нету ни одного. Я должен ни одного. Извиняй. Почему вам ни одного? Расходимся. Я там довольно долго был в контроле. Свитки у Ведьмака и у меня. У меня один, у меня просто не совсем. Блин, когда хотел бросить, слишком долго был в контроле Мойры, извиняй. Потом как-то... А я в клавишах запутался. Потом как-то уже поздно было. Вчера змей где-то лазит, смотрите аккуратно. У меня он. А, вот. Только что вылез. Ага. В атаку! Кстати, Амиси Яшка бы пригодилась очень даже. Там автоатакеров-то вроде нет. А хотя разумная краска-то. Да все равно. Краска разумная, да. Разумная, хотя бы разумная. Это... Да что, мой расчет тоже фактически автоатакер. У меня тут дабл лайн. Они меня совсем боятся, что ли? Это про тебя. Похоже. Странные. Нагл... У меня ага. Трое. Я пойду посмотрю голду. А второй апфлейт учат? Да. Получи. Опа. Спешу. Что это было? Неудача. Что за опа? Нет, что молчишь? Рушат. Так, ко мне. А что бы вы сделали? А то ли ты... Заходи ко мне, заходи, говорю лук. ТП нету. Низ иди, лук. Да не могу, блин. Сияние юзай. Да, блядь. Ну сияшка где была? Поздно, зачем сейчас было? Потому что наг в меня врывался, блин. Будь со мной. Крысиное воинство непобедимо. Уйди, уходите, уходите. Уходим, уходим. Вперед! Иду на мид. Может уже это, начнем замес? Или ульта у хилки не откатилась? Как скажешь. Пойду сюда, мы тут чуть-чуть остался. Да-да. Я на мид прыгаю сейчас, башню забьем. Давайте нагу контроль. Ну как могу. Давайте. Вылетать. Положите меня-то хоть. Чисто положите, ну. Ну говорю, еб по мать, подождите. Бейтесь уж. Да не могли. Бейтесь, бейтесь. Бейте их. Мойру там, блин, не гору. Бейте хоть кого-нибудь. Мойру! Ничего размея, блин. Да не дотягивайся до нее, блядь. Удар по Мойре! Да один удар оставался, лук. Бью, я бью. Я тоже бью, блядь. Гениально. Пока меня не подбрасывает всякие горы там. Возьмите голду. Надо. Чупа, иди за голдой нашей. У них голда резнулась только. Спешу? Сходите быстро. Кроткий как крыса. Это про тебя. Тис только я проюзал? Я почему-то ездил. Че, идем на их голду, нет? Вперед! Че, уже ничего не сходили? На краску давайте зайдем наверху. Обнову, я сейчас обнову возьму. Как скажешь. Море пошло на свою голду. Да. Давайте на краску. Захожу, захожу. Где? Где-то здесь была. У меня вчера змей. Ушла, значит. Верный вард где-то. Если нужен щит, кричите. Может и вард. Вот, башня. Спешу.
Да башню я давным-давно уж тут вынес. Краска вон на меду. Ну ты проснулась на кого-то. Пошли голду посмотрим. Пошли, но ее забрали, скорее всего. У меня нага под стримлом. Нага под стримлом там, видишь? Забрал, ну, Мойра, да, была. Давай на эту, на краску. На краску заходите. А, там еще Мойра, блин. Я вам кину щит, если что. Хорошо, идите. Давай. Только на кого скажите? Мойру. Давай, давай. Теперь краску. Да, не нужен вам мой щит. Нет, конечно. Нашу голду не забрали. Забрали, забрали. Просто мне это сам. Ну, блин, светить надо. А, и тут... Да, захожу на эту. Ловите ее там. Вот. И не только. Блин. Мне щит дал. Уходи. Да уже. Не надо уходить, сейчас за эту заберем все. Была бы земля, я бы тэпнулся, блин. Эту земли. Крыс, отойди от наги. Да все нормально, что ты. Забрали. Башню потанчите кто-нибудь. Он на птичек вампирился. Все, уходим. Он убегал, по-моему. Вот золото только что треснулось опять. Пошли. Пошли. Мойра туда заходит, у меня... Ну пусть заходит, сейчас заберем. Я дам щит, если что. Меня... Тоже не пугает. Через 3 секунды щит. Как хорошо мы ее тут поймали прям. Они сейчас сдадутся, мне кажется. Конечно. Как скажешь. Что, у нее такие страшные кроли, она меня их меня так пугает постоянно. Разумная краска, блин. Да, автоатака у нее тоже смешная. Откровенно говоря. Обновка внизу. Никто не хочет забрать. Так, кто-то идет. Сваливай. Забирай ты. Ага. Они все тут. Уходим, уходим. Наша голда, скорее всего, резнулась. У меня краска ушла. Потому что все наверху. А они все здесь, они все наверху. Мощь, все, расходимся. А куда они сейчас будут рашить? Мощь сверху, мощь сверху. Ну я вот здесь заберу. Крил, бери мощь. Короче, давайте заберу. Гениально. Я пока башню попушу, если они не будут идти никуда. Да, они идут. Так, вон они, давайте, на деф. Тэпаюсь. Спешу. Так, здесь птицы одни. Двое птиц есть. У меня тоже птица есть. Крыс, залетай, если сможешь. Ну, я уже иду. Видишь, все такое. Давай, тащи кого-нибудь. Нет, ну, хоть кого. Ах ты, зараза. Да. Ну, ты еще не был. Ай, ну, блядь, видишь, кто долбанный, чем он? Кто ведуки будет от него? Крио, по-моему, нет? Я? Да, Амазон там вроде. Может, Крио. Блин, да. Нужно в разум переделывать Крио, короче, мне разум не нравится. Пошли. Я столько, конечно, вкинул просто в нашу Амазонку, весь отхил ушел. Ну, в меня все сливали, вообще все. Ну правильно, единственный такой вменяемый дамагер. Ну да. Первым хотят убить. Кроткий как крыса. Это про тебя. И дальше, пусть, потом я потанчу. Нижнюю. Ты пак. Получи. Отходите вы. Вперед. Прорыв. Череда побед.
гениально. Ой. Вперед, мои серые друзья. Тащи, так, давайте-ка это, разойдемся на реген, что-то как-то... А, давайте. Уходи, уходи, уходи. Все, давайте, сваливаем. Я на мид. Ай, прости. Да, все, слямзил. Может, на драка? Может. Но они как-то живы слишком. Мы сейчас это исправим. Голду заберите лучше. Вниз пошли голдушник перед. Я нашу заберу наверху. Как скажешь. До сих пор эти идут. Отходи. Не волнуйся, не волнуйся. Спешу? Я-то уйду. Кроткий как крыса. Так тоже обычно. Что? Говорю, я так тоже обычно говорю. Ну извини, ты обычно не на Ведьмаке играешь. На всяких Крио. Мощь! Быстро, где вверх мощь. Забери, снизу взял. Ты бери, Крио. Я заберу сейчас. Раз иди никто не хочет. Внизу инвиз был, погоди. Инвиз я взял, вверху мощь. А вверху мощь? Мощь наверху, да, мощь наверху. Ладно, да я привык, что, блин, на крыше. Да я тоже привык, что я на крыше. Я такой, блин, на полном серьезе думаю, что внизу. Гениально! Уж извиняйте. Ни глаз не было? Не видел. Давай, ульту! Давай! Да ульту! Что ну! Может быть прекраснее музыки! А, надо долбанное. Ой, жесть. Ну вы обалдели. Я не смог придумать, кому пошлите щит драка, дать. Драка, драка. Пошли, драка, да. А кому ты щит дал? Хоть, что? Кому ты щит дал, что-то не получилось. Никому не надо было. А? Там ни у кого четверти хп не сняли. Да кому там, блин, озверело просто. Ах, какой классный бой. Горни, шкатулка. Плюс оранж и фиол дали. А мне ничего не дали. А мне предзнаменование дали. А мне одну шкатулку дали из бессмертия. И благородный ум, и коварные стрелы. Причем у меня нет золотого века, мне дали оранж и фиол. А мне темный секрет, а чей-то золотой век и корни дали. У меня два оранжа и фиол. Корни, это круто. Корни, это круто. Темный секрет тоже неплохо, но... Ну, мне не сильно надо. К сожалению. Так как нет вообще остальных. Блин, реально что ли переделать в разум фул крио вообще? Как амазонка, кстати? Хорошая. Я все еще ее переделаю каждый день почти. Только талантов новых на нее клевых оранжевых. Играешь, блин, раз в неделю, а переделываешь каждый день. Ну, как захожу в игру, так ну, начинаю переделывать. Знаешь, я бы с пятой строчки волю снял бы.